Сегодня и завтра пройдут матчи четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги А группы «Запад» имени Владимира Ульянова. Автомобилист принимает московскую команду. После трех туров команда сыграли в полуфинале четвертьфинала. Во главе турнирной таблицы с 5 победами в 6 матчах идут ЦСКА Московская область, Волжанин, город Кострома. И победа в 4 играх имеет на сегодняшний день. Победа в расставе 4 матчей, автомобилиста больше 6. Одну победу в тренировке России, а победа в Казани. Побеждает турнирную таблицу группы «Запад» и путевые на город Бежарец. Менее жарче победы 6 игр. Кроме матчей в Петербурге, в четвертом туре встречаются Академия Казанского ЦСКА и Ростовский Волжанин. РКТУ «Динамо» сложно оперировать. В пятом туре 11-12 ноября команды женские будут играть с РКТУ «Динамо». В шестом туре, который состоялся 18-19 ноября, наша команда свободно отыгрывает. А вот встретимся мы с ней 1-2 декабря в седьмом туре. Здесь по команде Платонова, где будет играть с Горожанами. Составы команды город Москва. Команда на дальнейшем служат. Четвертый номер Михаил Данилович, шестой Герман Кирилл, номер 7 Марат Гафаров, 8 номер Илья Мищенко, 9 Алексей Иваненко, номер 10 Михаил Асланов, 11 номер Иван Грибов, номер 13 Мастер Город 16 номер Юрий Шепелев, 18 Андрей Конов, 19 Юрий Кипаров. Лидеры Егор Касаткин, номер 13, и Георгий Станов, 17 номер. Главный тренер команды заслуженный номер России, мастер международного класса Юрий Нечищев. Старший тренер мастер спорта Максим Петрович. Автомобилист номер 1 Иван Поляцкий, второй номер Полетевший Курков, номер 3 Димашкин, шестой номер капитан команды Кирков, номер 9 Карсен Резитов, 10-й номер Николай Анжелцев, номер 11 Владимир Гращев, 12-й номер Евгений Стрелянко, номер 17 Владимир Московский, 23 номер «Соломин Дарда», лидер Максим Курбинский, номер 13. Главный тренер команды «Мастер спорта» Арсений Ленко, старший тренер «Мастер спорта» Максим Шульгин. 22 октября 1975 году жизни скончался командир ордена Платонова, президент полигонного клуба «Автомобилист» Борис Александрович Конторович, человек, прошедший с клубом всю его постсоветскую историю, испытавший с клубом и радость, и чемпионство, и горечь неудачи. Мы просим почтить память Бориса Александровича минуты молчания. Спасибо. Дамы и господа, Государственный день России. Антоневич. В ГТУ вместо Германа Снегирева номер 6 нападатель вышел Илья Онищенко, Высокин. 18-17. anzi, da noi è nuovo dal punto di vista. Замена.